يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Я многократно перечитал Библию от корки до корки. Многие, как я, перечитали ее еще больше раз. Они куда образованнее, чем я. Владеют как ивритом, так и греческим языком. Мухаммед не упоминается в Ветхом Завете. Этот человек многократно перечитал, но так и не увидел. Как такое возможно? Я ему говорю: знаешь, тут дела обстоят следующим образом. Во-первых, Мухаммед упоминается по имени в оригиналах Писаний. Ветхий Завет, согласно христианским богословам, был сохранен на иврите, а Новый Завет в виде греческих писаний на греческом языке. В Ветхом Завете, в Песне Соломона, в 5 главе, в 16 стихе, на иврите написано: Хикко мамиттаким ви кулло мухаммадим зехдуди ви зехреи байнат Иерусалим. Песнь Соломона, 5 глава, 16 стих. Слово «Мухаммадим» и есть «Мухаммад» и «им». Окончание, указывающее на уважительную форму множественного числа в иврите. Возьмите первый стих в Библии, в книге Бытия, 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог» на иврите звучит как «Элохим». На иврите «Элах» означает «Бог», а «Элохим» — это множественная форма выражения особого уважения и почитания. Множественная форма уважения. Во всех восточных языках, включая арабский и иврит, есть два вида множественного числа. Первый для выражения особого уважения, второй для обозначения множественности. В Коране встречается то же самое, как в аяте, в котором Аллах говорит: «Воистину мы ниспослали напоминание, и мы оберегаем его». Кто же эти «мы»? Спросите каждого мусульманина, кто такие «мы»? Разве это не Аллах, Джибриль и Мухаммад, наподобие Отца, Сына и Святого Духа? Нет, нет. Но тогда кто такие «мы»? Если Коран говорит нам: «Скажи, Он Аллах Единый», а тут Он говорит «мы». Ни один араб-христианин никогда бы не задал этот вопрос мусульманину. Я говорю «араб-христианин». Никогда бы не спросил, кто такие «мы», потому что он прекрасно знает, что в его языке существует два вида множественного числа. Один для обозначения множественности, а второй для выражения особого уважения. Поэтому «мы» в данном случае — это множественное величие, как при королевском дворе. «Мы приняли указ», как говорит королева. Кто же эти «мы»? Мы же не говорим, что это она, ее муж и ее сын. Нет, конечно. Это она в одном лице, множественная форма особого почитания. Таким образом, «Элохим» — это множественное величие «им». «Элах» — это Бог, а когда больше одного — это «Элохим» — множественная форма особого почитания. Спросите любого иудея, это же его писание. Спросите, что это за «им», и он ответит, что в его языке есть множественная форма особого почитания. Бог один, но чтобы подчеркнуть наше уважение к нему, мы используем окончание «им», также и «Мухаммадим». «Им» — множественная форма уважения. Давайте попробуем ввести это слово в онлайн-переводчики и посмотрим, какой они предложат вариант перевода этого слова, или, быть может, просто предложат транслитерацию. В песне Соломона, в 5 главе, в 16 стихе, действительно приводится имя Мухаммада. В нем хоть и говорится «Мухаммадим», но имя Мухаммада обозначено совершенно ясно в тексте. «Хико мам таким,
вихулло Мухаммад, Мухаммад, Мухаммаддин, зе доди ве зерри бенот Иерушалаим, хико мантаким, вихулло Мухаммаддин, зе доди ве зерри бенот Иерушалаим. В нем присутствует это слово на иврите, в оригинале, то, что они сами называют оригиналом, оно там есть. Но они перевели его на свой язык, как и весь он любезность. Поэтому, когда в переводе вы читаете «и весь он любезность», то у вас это никак не будет ассоциироваться с Мухаммадом. Прочитайте хоть тысячу раз «и весь он любезность», «и весь он любезность», или даже в переводе на другой язык «восхваляемый», поскольку Мухаммад означает «восхваляемый». И если даже мы станем повторять «восхваляемый», «восхваляемый», никто и не поймет, что речь идет о Мухаммаде. Пусть даже Мухаммад означает «восхваляемый». Какое вы имеете право переводить имена людей, кого бы то ни было? Имена остаются как есть. Мистер Блэк так и останется мистер Блэк, даже если он белый. Вы не имеете права переводить имена людей. Однако они все делают иначе. Мухаммадим они перевели как «и весь он любезность». Но слово «Мухаммад» так и осталось на иврите, языке оригинала. Как раз поэтому мы и говорим: «Вы утратили имя». Иисус Христос, согласно Священному Корану, говорит: «А вот Иисус, сын Марии, сказал: «О сыны Израиля, я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить то, что было в Торе до меня, и сообщить благую весть о посланнике, который грядет после меня, имя ему Ахмад». Разновидность имени Мухаммад. Мухаммад и Ахмад — это синонимы, указывающие на почитаемого Божьего посланника. Ахмад — так его называет Коран. А христиане утверждают, мол, в нашем писании его нет. Его имен в нем нет, ни Ахмада, ни Мухаммада. Таким образом, у нас не остается другого выбора, кроме как проанализировать, что же в нем есть. В Библии есть стихи, в Евангелии от святого Иоанна, в 16 главе, в которых говорится: «Но я истину говорю вам», — это говорит Иисус, «лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если я пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, о грехе, что не веруют в меня», и так далее. Он говорит: «Если я не пойду, утешитель не придет к вам». Мы же утверждаем, что этот самый утешитель и есть Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. В той же главе он говорит: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». То есть у вас нет способности. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Дух Истины? Кто же этот Дух Истины? Христиане вам ответят: это Святой Дух. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам: Он прославит Меня. Кто же этот Дух Истины? Вам ответят: это Святой Дух. Хорошо, допустим, что это Святой Дух. Тогда расскажите, что же нового Он принес вам за последние 2000 лет? Поскольку Иисус сам сказал: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Но перед тем, как разобрать этот аспект, разрешите мне снова прочитать вам этот стих с небольшим акцентом на местоимениях. Он говорит: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить Он будет, но будет говорить Он, что Он услышит, и будущее Он возвестит вам, Он прославит Меня».
Использование одного лишь местоимения мужского рода просто неуважительно по отношению к Святому Духу, согласитесь? Это человек, и никто иной, как человек. И это повторяется 8 раз. Во всей Священной Библии вы не найдете стиха, в котором приводится 8 местоимений мужского рода, женского или среднего рода. Не найдете. Это уникальный стих, относящийся к уникальной личности. Мухаммаду. Человек, да и только. И никакой это ни дух и ни призрак. Но нам говорят, что это дух. Разве Мухаммад это дух? Я отвечаю «да». Так говорит Библия. Всякий раз в вашей Библии приводится слово «дух». Я говорю христианам. Это совсем не означает «святой дух». Потому что в книге Откровения, в последней книге Библии, говорится о 7 духах Божиих. Я спрашиваю, вы верите в 7 святых духов? Они отвечают «нет, святой дух один». Я говорю, но кто тогда эти 7 духов? Получается, должно быть 7 святых духов? Нет, Божий Дух не всегда является Святым Духом. Прямо там же, от Иоанна, в первом послании Иоанна он говорит, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Лжепророк — это ложный дух, а истинный пророк — это истинный дух. Святой Иоанн называет пророка духом. «Не всякому духу верьте», то есть «не всякому пророку верьте». Святой Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна, «Рожденное от духа есть дух, а рожденное от плоти есть плоть». Разве духи способны порождать? Разве они совокупляются? Мне отвечают «нет». Тогда как можно быть рожденным от духа? А смысл этого заключается в том, что тот, кто имеет склонность к духовному, он от духа, а тот, кто имеет склонность к материальному, он от плоти. Что привело вас сюда сегодня? Какой-нибудь подарок от Дедата? Он вам подарит всякие вкусности? Или, быть может, шоколадки? Вы разве за этим сюда пришли? Если да, то, допустим, вы получите свое, но вы проявили материальную склонность. Вы пришли сюда с материальной целью. То есть вы материалист. На языке Библии вы движимы плотью, вы от плоти. Материалист. Если же вы пришли сюда по причине духовной мотивации, значит, вы движимы духовно. На языке Евангелия это рожденное от Духа. То есть, если вы мотивированы духовно, если вами движет Дух, то вы Дух. А если от плоти, если вами движет материальное, то вы плоть. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. И говорит он не по прихоти своей, это лишь откровение, которое внушается ему. Научил его обладающий могучей силой. Те, кому мы дали Писание, знают Мухаммада как своих сыновей. И некоторые из них скрывают истину, а сами знают об этом. Поддержите, пожалуйста, канал, братья и сестры. Дорогие братья и сестры, всех, кто еще не стал членом команды «Миссия Дава» и кто искренне желает присоединиться и поучаствовать в нашем даавате, мы приглашаем стать активным спонсором канала. Пусть слово «спонсор» не вызывает у вас ассоциаций с роскошью и излишним достатком владельцев канала. Абсолютно все спонсорские взносы, как и скромные поступления от рекламы, идут на создание качественного достоверного контента и своевременное освещение актуальных вопросов, касающихся нашей умы. Чаще мы сами покрываем часть расходов, что мешает нам выпускать новые циклы и авторские проекты. Мы обращаемся к вам с просьбой не забывать в наших дуа всех, кто поддерживает работу канала «Миссия Дава» своим скромным вкладом или даже добрым словом в комментариях. Пусть Аллах приумножит ваши благие деяния и ваш удел в этом мире и в мире вечном. Аминь.